Дастаткова распаўсюджана думка аб тым, што беларуская пладагароднінная прадукцыя горшая за імпартную, па вялікім рахунку з'яўляецца міфам. Пацверджанне чаму дзейнасць фермерскай гаспадарак. Владзімір Мяшчэрскі спецыялізуецца на вырошчванні яблык. На 60 гектарах каля 100 тысяч дрэў. Першы ўраджай тут атрымліваюць у ліпені, апошнія яблыкі збіраюць у лістападзе. У гэтым годзе ў гаспадарцы пабудавалі сучаснае сховішча недзе на 500 тонн прадукцыі, але поўнасцю яно, хутчэй за ўсё, запоўнена не будзе. Практычна ўвесь сабраны ўраджай тут жа набываюць пакупнікі з Беларусі і блізкага межа. Такая запатрабаванасць тлумачыцца проста. Беларускія яблыкі якасныя і экалагічна чыстыя. Пачынаючы з вясны, адпаведны кантроль у гаспадарцы вядзецца як Беларускім інстытутам пладаводства, такі раз сельгаснаглядам. Абрабатываюцца, но это делается в ранней стадии. Это делается до цветения, когда основной лёд идёт всякого вредителя во время цветения и после цветения, когда только начинается зависть, чтобы убить все грибковые заболевания и убить вредителей и их личинок. Поэтому эти три обработки мы делаем обязательные. Яды не токсичные, то есть там не высокий класс опасности, то есть для пчел это не влияет. Наши пчелы, у нас 50 ульев, не погибают от этого. Дякуючи строгому выкананию всех технологичных потребований, неурожайных годов у фермерских господарств не бывает. У адрозненні от первоважной большинства приватных садиб. Правда, гэты год оказался далеко не самым горшим. Гомельский центральный рынок – место, где гандлюются выключно айчинной продукции. У всяким разе в этот час. Великий выбор и доступные цены. Тут и яблоки, и морквы, и цибуля. Навод томаты яшчэ прапануюць. З улікам таго, што значная частка яблык вырошчваецца ў прыватным сектары, падлічыць іх рэальныя аб'ёмы вельмі складана. Апрача таго, тэрмін захоўвання такой прадукцыі не вельмі значны. У лепшым выпадку да пачатку наступнага года. Тым больш, што умоў для працяглага захоўвання гэтай прадукцыі у людзей практычна няма. Хоць зараз беларускіх яблык на паліцах шмат. Год аказаўся вельмі ўраджайным. До февраля, я думаю, даліжат. Ну не все сорта. Вот этот сорт уже надо скушать быстренько. Остальные яблоки полежат еще. Зусім іншая ситуация с наявностью остатней плодогароднінай продукции. Сучасные технологии вырощивания и будовництва у сельгаспрадприемствах сховищ дозволяют заховывать ту же бульбу, цибулю и бураки до нового урожая. Становчим чином на ситуацию на рынках уплывая и кооперация областей, ту же колеровую капусту у Гомель привозить с Брестской области. По словам продавцов, со ствержением, что импортные засюды лепш за айчинные, сегодня погажаются далеко не все покупники. Лучше берут нашу белорусскую, чем привозную. Яблоко очень хорошо берут, белорусское тоже. Интересуются покупатели, где белорусское самое лучшее. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».